Почти 30 авиарейсов задержаны в Астане. По сообщению пресс-службы аэропорта, 10 авиасудов задерживаются на прилет. Еще 18 не могут вылететь из воздушной гавани столицы. Все из-за непогоды. Снег в аэропорту чистят практически без остановки. Сотни человек находятся в ожидании вылета. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров просим быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.